Сейчас вы посмотрите новую серию Пиксельмона. И если вам захочется посмотреть еще одну новую серию Пиксельмона в этот же день, то вы можете поставить лайк под этим видео и поставить лайк под тем видео, на которое вы сейчас видите ссылку на вашем экране. Если под этим видео наберется 100 лайков, и если под тем видео наберется 100 лайков, то есть на каждом видео должно быть по 100 лайков, новая серия Пиксельмона выйдет в ту же минуту. Дата выхода серии зависит полностью от вас. Все, что от вас требуется, это ставить лайк на новой, последней вышедшей серии Пиксельмона и на том видео, на которое будет появляться ссылка в этом видео. Ставьте лайки, смотрите новые серии Пиксельмона и всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон, в принципе, ребята. И сейчас мы, наверное, все-таки уже идем на охоту. Сейчас я вот этот весь хлам, что у меня есть в инвентаре, сейчас я его выложу, чтобы он тут не мешался, да, под руками в инвентаре был. Сейчас... Ох, ни хрена себе, сколько тут уже выросло. Давайте еще вот это все соберем. В принципе, просто у нас уже желтых, уже такая дохренища куча, что нам уже их и не нужно, да? А вот черных нужно, нужно, нужно. В принципе, если мы соберем черные, то мы еще сможем сделать где-то 20 ультраболов. А 20 ультраболов это дохренища. Ох, ни хрена себе, а что вы тут валяетесь? Так, давайте пожарим вот это. Отлично, ну... Сейчас, давайте куда-то... нет, сначала, сейчас. Чертвиг. Г-г-г. И давайте сейчас выкинем вот эту фигню, которая у нас есть. Так, что нам нужно? Это не нужно, это не нужно. Это не нужно, это не нужно, это не нужно, это не нужно. Это тоже, это тоже, это тоже. Ну, походу, вот так, да, отлично. Ну что, ребята, идем домой, как бы вот сюда, и давайте посмотрим, каких покемонов у нас не хватает. Ну, я просто тут смотрю. Так, Дроузи Гипно у нас уже есть, удаляем его. Кого у нас еще, кого мы словили? Иви, ну Иви пускай еще будет. Кого мы словили? Пиплупа, да, мы Пиплупа словили. Где он тут у нас? А, вот, нашел. Так. Ну, в принципе, нормально, ребят, нормально. Еще нам не хватает немного так покемонов. Сейчас давайте мы, наверное, словим Кофинга, Парасекта и Тентакула. Да, отлично, уже запланировали, что там и кого мы будем ловить. Вот то, что я не знаю, что, у нас действительно Тентакула нету. Хм. Так, давайте это вот сюда. Гипно, гипно, гипно. Вот так. Давайте, например, вот этого... Нет. Это что вообще такое? Белдум. А, точно! Вот кого мы еще забыли прокачать. Так, вот. И берем Белдума. Вот то, что... Реально, у нас Тентакула нету. Ладно. Тентакул, Кофинг и Парасект. То есть у нас тут уже есть вот эти болота, да? И сейчас мы, в принципе, тут... Амук у нас есть. Или как он там называется? Гример, да. Нет, нету, нету, нету. Эконс у нас есть. Ну, в принципе, ребята, сейчас мы будем искать тут. Да, Эконс у нас уже есть. Будем искать мы тут чуваков, которых у нас еще нету. И вот, ребята, вот как раз нашел я темку, чтобы поговорить. То, что... Есть у меня идейка, ребята, создать свой сервер Пиксельмона. Есть идейка, но... С одной стороны она охрененная, но с другой стороны не очень. Потому что, ребята, там нужно платить рублями, а у меня рублями никак не получится. Потому что я как бы живу в Португалии, я уже говорил, и там можно платить только через WebMoney. Ребят,
Я не говорю, что я буду делать сервер с такими приложениями, как я сейчас скажу, но если вам понравится, ребята, если вы имеете желание играть на моем сервере, то есть сервер будет работать круглосуточно, конечно же, и на том сервере я буду снимать новый сезон Пиксельмона, как бы четвертый сезон будет четвертый сезон, а вот тот сезон будет, то есть для подписчиков, и я с ними там буду играть. То есть, я там буду, как бы, буду начинать новый сезон Пиксельмона, но, как бы, он будет просто называться там «Игра с подписчиками», и каждую серию, ребята, каждую серию я буду приглашать какого-то нового человека, который играет на том сервере, как бы, в серию, да. Но вот то, что, ребята, у меня нет возможности платить рублями за этот сервер, потому что... Поэтому я, наверное, сделаю, если вы согласитесь, я, ребята, не говорю, я не требую, но я просто говорю, что у меня нет возможности платить рублями, потому что я говорю, я живу в Португалии. Да чё-то на этом болоте вообще ни хрена никого нету, пойдём и сюда. Поэтому, ребята, сервер стоит 400 рублей, я уже смотрел, 400 рублей в месяц. На 20 человек, то есть на сервере одновременно может играть 20 человек. Если, например, мы сделаем, можем сделать платный сервер, ребят, я еще раз говорю, я только предлагаю, я не заставляю, я не требую от вас, что давайте сделаем платный сервер, и, ну, как бы вот так. Сделаем платный сервер только если вы согласитесь, потому что, говорю, о, еще 3 алмаза, у меня нет возможности платить рублями за него, поэтому можно сделать 100 рублей с одного человека. То есть, если ты хочешь играть на сервере, 100 рублей... Прописываем тебя в лист, как бы ты заходишь на сервер и играешь вместе со мной, вместе с другими, игроками. Вы можете там развиваться, сервер будет полностью Пиксельмон, но на сервере будет PvP. Я так думаю, я так сделаю. PvP, а может PvP выключим? Да, PvP может выключим. Но зато сделаем спаун обычных мобов. То есть, чтобы не был сплошной Пиксельмон, чтобы каждый день ходили только Пиксельмон, 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 давай бой там проведем, Пиксельмон, Пиксельмон, Пиксельмон. Нет, чтобы были и обычные мобы, чтобы люди выживали против обычных мобов, и чтобы, в принципе, и сражались с Пиксельмоном, да? Поэтому, ребята, кто за, ставьте плюсики, говорите да в комментарии, если... Но я говорю, ребят, возможности нет платить русскими рублями, поэтому я, если буду делать, то сделаю только так, платный сервер. Это, можно сказать, уже вы мне помогаете, ребята. Как бы вы заплатите, и, можно сказать, у вас будет возможность играть на этом сервере. Йо, еще один алмаз. И как бы, вы будете играть на этом сервере, но будете играть с другими игроками. Сервер будет круглосуточно, вы можете в любое время зайти. И в любое время я там туда тоже могу зайти. В принципе, я там тоже всегда и буду играть. То есть вы будете играть со мной. Можно и так сказать. И еще раз скажу. Там будет новый сезон, как бы игра на сервере. И на том сезоне... Вы будете играть, и я каждую игру, как бы каждую серию я буду записывать вместе с вами. То есть вы будете со мной вместе на одном сервере, и я иногда даже буду там устроивать сходки подписчиков, то есть 20 человек в Skype запущу, ну 20 не 20, поэтому это уже будет слишком. Но как бы будет там несколько человек, и будем просто записывать серии вместе. Но, ребята, это уже сказать, вы мне помогаете, потому что я уже говорил почему. Если вы имеете желание, ребята, 100 рублей вы заходите на сервер и играете. И вы мне помогаете содержать сервер, потому что я еще расскажу, у меня нет возможности платить рублями, потому что... Так, ребята, мы продолжаем. У меня что-то опять крашнулся майн и крашился, пока я там не удалил один мод, потом я переустановил. Ладно, короче. Вот, ребят, я скажу. Вот я просто так подумал, действительно. Я и сам имею желание с вами поиграть, ребята. И хочу, чтобы вы тоже играли на сервере. Как бы вы были на сервере, я тоже зашел в любое время, вы зашли в любое время. И мы вместе поиграли. Но я говорю, так не получится. Если получится, то только так, как я сказал, ребята. То есть вы будете, можно сказать, мне помогать. И будет сервер. То есть будем играть на одном сервере.
Но то, что получается то, что 400 рублей только на 2 человека. Ну, как бы, чем больше человек, тем, конечно, больше нужно платить. Я это понимаю, и вы это понимаете. Но я, ребята, вам предлагаю, я не говорю, все, мы делаем вот так, седы и все. Я вам только предлагаю, ребята, если вы имеете желание, если вы можете заплатить, чтобы играть на седы, еще 3 алмаза. Ой, принпл эволюционирует. Отлично. Если имеете желание, ребят, то можно сделать. Я вам говорю, я, может сказать, не то, что вас прошу, не заставляю, а просто предлагаю, ребята. 400 рублей в месяц, как бы, 100 рублей вы играете на сервере, да? И, как бы, сервер будет существовать, как бы, будет... О, это что мы выкинули? Мастербол. Сервер будет круглосуточный, поэтому, ребята, будем там играть, вы будете играть, я там буду играть, и вместе будем записывать серии, можно сказать, и так. Но я говорю, только так, ребят. Если вы хотите, если вы имеете возможность, если вы имеете желание, то, ребята, или пишите в комментарии, или сразу же можете мне писать в сообщение ВКонтакте. Да. И если наберется нормальная сумма, то есть, чтобы заплатить там за один с половиной месяца, чтобы сервер был, да, то, ребята, сервер уже, можно сказать, откроется, если там нормально его настроить. Ну, может, конечно, там будут баги и еще какие-то... Потому что я вообще в этом не шарю. Если будем то делать, то будем вот так делать. И если будут баги, то будем исправлять. Если наберется, то, в принципе, мы уже даже... Если установим его, то он уже откроется завтра или послезавтра. Ну, или может где-то на начале следующей недели. Но если так, то может и в эти выходные. И, ребята, мы начнем уже новый сезон Пиксельмона, как бы, и будем вместе там играть. Ребят, я сказал, что я хочу. Я вам сказал, имейте желание, да, да, нет, нет. Мне просто, ребята, в голову такая мысль пришла, да, что можно сделать сервер, и чтобы с вами играть, но вот так я подумал, что нет уж такой возможности, чтобы платить за сервер русскими рублями, я уже говорил. Поэтому, ребят, только на вас можно рассчитывать. Если вы имеете желание, если имеете возможность там платить за игру на сервере 100 рублей, как бы вы играете, да, сколько вам влезет. Чем больше, как бы, людей найдется, тем больше закажем слот на сервер. То есть мы можем там заказать и 100 слоев на сервер. То есть там будет 100 людей одновременно играть. И я там буду играть, и мы всегда будем играть вместе. И даже, как бы, вы будете в сериях. То есть мы будем вместе с вами записывать, и вы будете тоже в сериях. И мы будем играть вместе. Поэтому, ребята, я вам говорю, я вам предлагаю. Если имеете желание, то да. Если нет, то нет. Посмотрим, ребята, сколько будут иметь желание, сколько нет, сколько вообще согласятся. Еще 2 алмаза, отлично. Я вам предложил, ребята, тут уж как вы думаете, как вы считаете, что вы думаете вообще по этому поводу, ребята. И, в принципе, сейчас, я так думаю, давайте продолжим ловить покемонов. Мы хотели словить, но что-то... Так... Кого мы хотели словить? Кофинга, Тентакула, да, и Парасекта, да. Вот сейчас нужно найти еще какие-то болотные биомы, потому что на том возле нашего дома вообще ни хрена нету. Никто не спанится, только одни слоупоки. И... Эту деревню мы уже давно болтали, так что, ребят, не пишите, что... Вот там деревню ты пропустил, там деревня была, ты не заметил. Как бы карта заново обновляется. И вот так, да. Эту деревню мы уже давным-давно нашли. Так, опять ты глючишь? Ну, как бы да, карта прогружается же. Так, куда нам нужно лететь? Или в болотные биомы, или... Или лес, или равнина, потому что нам нужно сейчас найти Тёртвига, да. И сейчас мы, в принципе, его и поищем. О, покемон-босс, но если он в земле, то я... А, нет, он не в земле, отлично. Как раз так. И вот так. Отлично.
Еще два алмаза. Вот это... Нет, не будем это брать. Но давайте вот, например, куда-то... куда-то вот сюда пойдем. О, покемон босс. Покемон босс. Это Абра, да? Ну понятно, сейчас мы или ее... Хрен знает. Да не ты! Вот так. Убили, отлично. Так. А где мы ее убили? А, вот. Ага. Так, вот так. Что тут мы еще можем поднять? И что еще? Вот так. Ага, сейчас давай, ну давайте, может, сюда пойдем, может, вдруг кто-то да и заспавнится, который нам нужен. Но чё-то я, если честно, вообще никого не вижу. Тех, кто нам нужен, вообще нету. Нет, нету. Давайте, может, куда-то вот сюда. В пустыню. Нам же Гроудон тоже нужен. Так, нет, сначала идем мы домой. И вот это все выложим в компьютер, то, что у нас уже есть в инвентаре, потому что уже реально куча там всего. И выкладываем мы вот это все. Там уже, мне кажется, нормально так алмазов будет. Вот так. В принципе, уже нормально, мне кажется. Уже где-то алмазов 20 будет, если так посчитать. Так, это у нас так, вот сюда. Вот это вот сюда. Это... так. Это... ух, 58 орбов. Если я вот сейчас сделаю продажу орбов, то мы сразу себе купим... легендарного покемона. То есть мы сразу же себе алтарь купим, потому что орбов действительно дофига. Так, давайте вот это соберем. И давайте еще, может, немного поставим каблстона. Ну, как бы камня пережарится, нам нужны кнопочки. Давайте вот, например, столько. Кнопочки нужны. Железо у нас есть. Нормально так. И вот сейчас, в принципе... мы сделаем себе еще немного алмазов. Сколько тут у нас будет штук? А, ну нормально. Так, да ты ж... 18. И вот тут еще 1, 2, 3. Да. Вот так. И давайте, ребята, еще немного сделаем себе. Ну, как бы, чтобы уже хватало, чтобы уже много было ультраболов, да. И давай еще немного. Давай. Ну и пойдем ловить дальше покемонов. Так, да что ты там вылетаешь-то столько? Так, отлично. Да... и тут еще... вот. Давайте делаем. Потом немного прилагивает, поэтому, наверное, и выбрасывается по две штуки сразу. Так. Давай еще вот эти. Отлично. И еще вот это. Так, сейчас мы вот эти сделаем, и я думаю, что уже ультраболов нам, в принципе, хватит, да, на такое время, чтобы половить там более-менее так покемонов. Ну, у нас уже сейчас есть 36 ультраболов, плюс там 18, это уже будет 54, да, сейчас. И, в принципе, я думаю, что нормально, да. Почти что
Ну, нормально, да. Нам не хватает 30, 36 или сколько там покемонов. Думаю, хватит, да. Плюс к тому у нас есть еще 5 мастерболов. Если мы даже потратим, то один на Грудона, один на Забдуса. И 3 еще там на конченных Иви, которые вообще не ловятся и ни хрена там не делают. Или может еще на кого-то, да. Так, у нас тут еще одна штучка есть. Так. Ну давай, жарься, жарься, жарься. Еще немного. Мы, в принципе, уже можем сделать, я так думаю. Да, наверное. Так. 54 ультрабола. Офигеть. Это реально много, ребята, и, в принципе, нам хватит на нормальное такое количество покемонов, мне так кажется. Я так думаю, ребят, давайте уже на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забываем 100 лайков на этом видео и на том, что на которое есть ссылка. Если на этих двух видео наберется по 100 лайков, новая серия Пиксельмона выйдет еще сегодня. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.